В Заволжский районный суд города Твери направлено уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Тверской области обвинительным заключением в отношении бывшего заместителя директора ГБУ Тверской области учреждения по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений. Чиновник обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с ноября 2019 года по март 2020 года обвиняемый, исполняя обязанности директора ГБУ, получил как лично, так и через посредника от директора коммерческой организации, выполняющей ремонт в одном из административных зданий в городе Твери, более 2 миллионов рублей. Деньги передавались за беспрепятственное принятие работ по ремонту помещений и его оплату. В марте текущего года должностное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов и в настоящее время содержится под стражей. В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест. О начале судебного процесса мы расскажем в патрульной службе. На автодороге М-10 России в Конаковском районе области в автомобильной аварии погиб человек. Это случилось на 123-м километре трассы. «Мерседес» с полуприцепом столкнулся с «КамАЗом», двигающимся в левой полосе. Характер аварии – так называемый задний вариант. По данным ГИБДД, КамАЗ в момент столкновения осуществлял помывку светоотражающих элементов. От сильнейшего удара водитель «Мерседеса» погиб на месте. Движение на Санкт-Петербург из-за аварии на время остановлено. Что стало причиной ДТП, устанавливается.